Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Лимбо, я что-то подумал о Лимбе, но не прям, чтобы там уж как-то сильно подумать. Так, подожди, а зачем нам эта телега нужна? Равно нихуя не понятно. Прыгивай. То есть? Подожди. А, он открывает вторую. Так. А ты мне каким образом, телега, должна помочь? Так, ладно, понятно. Где ты такую загадку видел? Но опять же, я буду исходить из того, что эта игра вышла в 2011 году. Я думаю, что этот прием взяли отсюда. Бежим. Бежим. Быстрей. Вот так вот. Так. Бежим. Все отлично. Чего? Че за стук нахуй? За грибы. Какие-то грибы, ладно. И кто-то очень большой, видимо, приближается. А! Подожди. Давай ты это, отцепишься от меня. Как... как снять червя-то, блядь? Не-не-не. Так, это куда-то тянем. Не-не-не, туда нельзя. Можно его снять-то? Да в другую сторону. Так, а как мне этого... Все, все, мы поняли, утонул. Так, а как мне его наебать, этого червя? Сука. А, на свету, он на свету, типа, дохнет. Но он теперь больше не идет в другую сторону. Видимо, мне придется справляться сейчас своими силами как-то. Чуваки, вы будете есть голову? А, ну, Все, я понял, что надо сделать. Надо ящик подвинуть, перепрыгнуть и там стоять. Ладно, пойдем утонем. Теперь смекнул. Тонем. Может, не надо его цеплять? У него никак, он прям прыгает и все. Или может быть ближе к свету нужно подойти. Ну, там и так нормально света. Вот он, по идее, шкварчит. Не-не-не, ты даже ящик не толкай. Сука, паскуда, вытолкал ведь. О! Вон чё! Спасибо. Вон как надо было сделать.
Это, думал, зажарить его надо было. Эти штуки, оказывается, едят его. Так, и... Какой-то механизм. Пока непонятно, ладно. Ты чё, тебе помочь? Я попробую помочь. Ага. Короче, её нужно поймать. А чё будет? Чуть, наверное, дадут. Она нам зачем? Вопрос резонный. Подождите. Пару секунд. Ага. Может, бля, может быть, тогда путь надо преградить? И она убежит куда-то в другую сторону? О, и чё же? Давай, давай. Всё, и теперь она сейчас там будет бегать. Хера себе. Мы дождь запустили. Неплохо. Повелитель дождя. А что нам это даст? Больше не падает. Ну, пойдем дальше. Раз такая песня. Так, трубу надо потянуть. А вот это что такое? Так, значит, получается, вода убывает. А я же не допрыгну отсюда. Я-то думал, он сейчас вот эту еще, какая-то палка приклеена к краю. Он не допрыгнет. Ты хоть пукни. Так. Подожди. Может быть, ее как раз поднять надо каким-то образом? Или пенек передвинуть? А пенек с этой стороны? В смысле, а почему он в прошлый раз был с другой, блядь? Ну не, отсюда не допрыгнут. Его нужно подвинуть на центр. Ну, подожди. Каким образом я его могу подвинуть на центр, если яма слишком глубокая? Я его подвину, я тут не выберусь. Это типа лестницы. Ну, так, я думаю, нормально. Ой. Да залезь. Так бы сразу и сказали, а то что я тут гадаю, прыгаю. Mm.
Ну и все. Вопрос, ну, сразу был понятно. Просто непонятно, как это все делается, и что это за палочка сбоку. И? А что такое только что было? Ты почему перепрыгнул? Так, вперед прыгну. Поехали. Тебя с собой надо взять? Тут водопад какой-то. А, во. Пока не понял, ну ладно, давай попробуем. Я понял, все вкурил. Загадка проста. Берем ящик. Тащим ящик. Оставляем ящик здесь. Дергаем за рычаг. И вода поднимается вместе с ящиком. Все, понял. Вот примерно вот так. Сейчас давай приготовление сделаем. Даже побольше. Ага. Сейчас дергаем за рычаг. Мы, получается, вверх поплывем по... с водой по ящику. По ящику, на ящике. О, глаз алмаз. И сейчас мы прыгаем на лестницу. Ну да. Такой, бля, вообще невозмутимый. Там шипы сверху. Давайте. Я готов к следующему этапу. Везите меня наверх. Ага. Это же последнее должно быть испытание водой. Все, слив. Что-то тоже надо открыть. Какой-то шар. А с тобой как быть? Тебя не поднимешь. Так, не понимаю. Ты поедешь? Ура! Поехали! Нет, он не поедет. Видимо, этим шаром нужно поднять. Ну, что ж ты такой неуклюжий-то? Так, знаю, что делать. Наверное. Быстрей.
Быстрей, 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 быстрей. Ага, давай выдалбливай его. А, ты его будешь поднимать. Супер. Ебать, давай. Давай, держи меня, шар. Отлично, валим. Так, здесь тоже какой-то рычаг. Блять, опять вода полилась. А, ты... Здесь она так. Только не тонем. И... Так, стоп. Значит, нужно дернуть тот рычаг. Давай, сюда. А если мы его дернем, то что? Непа. Закрыли. Окей. Как я не люблю эти трубы и прочие вот эти вот загадки. Больше бегаешь, чем тут загадок. А если я подниму, то вода вытечет. Ну-ка. Так. Мне кажется, я все сломал. А, там воды стало больше. А сейчас ее должно стать еще больше. Все, хорошо. Ладно. Так, а ну, сука, вот так тебе. Будешь знать, как мозги мои жрать. Блять. Я же вцепится, паскуда. Так, это ладно, я поторопился. Отлично. А, мне теперь нужно где-то найти клешни. Которые съедят всю эту байду. Бля, сейчас назад пойдет, сука. Слушай, свинота, ты не боишься воды? И? Дай! Ну за что ты мне, блядь, такой тупой? Ты... Он только на лестнице, короче, завис. Я привык, что сейчас запрыгну и дождусь. Надо прям в самый последний момент прыгать, когда уже будет время перепрыгнуть на тот берег. Блин, какая простая, какая простая загадка. Я уже сижу на ней, блядь, 7 лет. Ну подождем. Давай ждать вместе.
Откуда этот трубач? Блять, сверху падает, льется. Непонятно. Так, ждем-с. Прям, наверное, практически до момента, как вода к нам подойдет. А вода к нам, блядь, подходит. Цепляй. Спасибо. Я надеюсь, что это последнее. Я хочу на ту сторону перепрыгнуть. Там по-любому что-то интересное есть. Ну залезть, да? Нет? А лестница типа? Нет? Нет? Ну ладно, ничего интересного. Тут лестницы везде, только они... Тут, наверное, надо опять подождать, пока вода прибудет. И привезет мне какую-нибудь трубу. Стоим, ждем. Или сюда, может быть, что-то прикатить надо было. Или прям вниз прыгать. Я, бля, не могу столько терпеть. Алло, поехали. Ну и хуй с ним. Мне кажется, мы его быстрее плавать научим. Плывем? Сука. Не плывем. Как бы этот катамаран запустить так, чтобы он поплыл? Так, а погоди, а может эту... Или это секретка? Застряла, блядь. Что на... Что нахуй куда застряла? Я столько мозги с этим проебал. Давай, я верю в тебя. Разбегись как следует. Идите нахуй. Просто перепрыгнуть можно было. А я ждал воду. Я пытался придумать, я пытался разгадать загадку, которой нет, блять. Вот в чем минус того, когда ты ждешь от игры подвоха. Вот, например, опять утонул в болоте, нахуй, даже никто не вспомнил, как тебя зовут. Ползем, ползем. Вот они меня на панике тоже опять поймали. Чё сейчас-то? Хотел. Подожди. Я полезу по хотелу. Пиздец мне. Да вставай ты. Опа. Ты куда ж ты? А, все нормально, да? То есть так и надо было сделать. А я хоть... Я хотел по хотелу пройти. А мне по нему, наверное, идти. Сейчас я электричество только вырублю. Все, хотел уже никого не хотел. Ага.
Ну, полезли. Вобли опасные ребята. Но видишь, если бы я через H не перепрыгнул, то О не упало бы и не ударило Т, и не выскочила бы веревка. Вот. Так ты давай тут мне не это. Все рушится, естественно. Чего? А, это стекло. Это типа стеклянного купола. Блин, заканчивать надо. Ну, я все, в любом случае подрежу свои тупешки. Я так понимаю, что мне ее нужно прокатить и с нее прыгнуть на стекляшки. Да как же это сделать? Или нет? Или что? Или как? Или куда, блядь? Игра, ты опять меня наебать пытаешься? Да стой, ну... Ну нет, ты что такой резкий, блядь? Ой, блядь. Не лезь наверх. Ага. Нет, нет. Ладно. Это все рушится, я понял. Или мне вниз? А, все нормально. Я уж это... Немножко какнул. Давай посмотрим, что справа. А нам куда идти-то? Куда хочешь, туда... Нет, нет. Идите нахуй, господа. Никаких червей в голову. Все, тогда на этом предлагаю закончить. На этом на сегодня все. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.